чтобы птица выбрала скворечник, он, наверное, должен быть красивым и правильно сделанным. Правильно сделан. Ножка для птички, отверстие и само, конечно, конструкция. Чтобы дождик не попадал, и ветер не гулял, и птенцы, чтобы не чихали. Забивается вторая сторона. То же самое, по два гвоздика. Так. А теперь поворачиваем. Угу. И забиваем крышечку. А, кстати, почему она скошенная? Скошенная для того, чтобы водичка не попадала. И всякий мусор. Естественно, птичка должна жить в чистоте и в уюте. А скворечник сколько служит? 10 лет, если не больше. Почему? Потому что я помню еще, когда отец сделал скворечник, и долго она служила, пока я рос, каждой весной прилетал скворец. И дети ждали этого скворца каждой весной. Но это было здорово. Так, еще у нас последняя деталь осталась, палочка вот эта, да? Да, конечно, сейчас мы это забьем. Готово? Готово. Вот теперь можем его повесить где угодно. Как правильно повесить скворечник? Лучше, наверное, на южную сторону, чтобы птенцы быстрее росли. Повесить мы его даже на высоте до 8 метров. Полезное дело? Человек помогает птицам? Ну, конечно, это полезно. Всех вредных насекомых, во-первых, уничтожает. Ну, и пение птиц доставляет для жителей отдых. А птица заметит наш скворечник? Ну, конечно, заметят, потому что скворцы – это дуплогнездники. Они ищут в природе дуплистые деревья. Естественно, если такой домик построить, конечно, они его заселят. Будет даже драка.